И перед началом данного ролика я бы хотел бы вам посоветовать канал Twitch, на нем имеется море позитива, отличнейший монтаж, ссылочка на него будет в описании. Всем привет, дорогие зрители, с вами Майн, и сегодня мы играем Битва Зомби, это наша 13-я серия. Как видите, я разобрал свою базу, потому что я решил заняться забором. Как видите, у меня уже два ряда, почти улучшено на 7-й уровень. Вот, я думаю еще улучшить синий до красного, ну, до 6-го. И можно уже строить базу, я не знаю. Скидывайте мне в описании под этим роликом базы, и я буду выбирать, потому что я вообще не знаю, какую базу мне даже выбрать. Поэтому жду от вас баз. Вот, у нас до сих пор, я не на видео улучшал много чего. Как видите, до сих пор еще улучшается. Улучшил вышки. Вот, у меня теперь все вышки 8 уровня. Потом я улучшил арсенал на 4 уровень. Вот. И вы мне под прошлым роликом все-таки не написали, что такое склад артефактов, как им пользоваться. И поэтому я опять же вас прошу, напишите в комментариях, для чего оно нужно. Я честно не понимаю. А, и вот еще башня улучшается на 8. Что? На 9. Нету смысла пока вместе. Так, я что, собрал 100 тысяч? Так мало? Жесть. Понятно, ладно, сейчас мы идем в атаку. У нас все заполнено. Давайте найдем противника. Так. Дальше. Блям забрать. Где у него хранение? А у него хранение все вот здесь. Так, тут у нас 200 тысяч. Вот это, кстати, можно, можно. Давайте. Так. Пускаем всех. Так. Так, теперь просто надеемся на то, что сейчас завалят ПВО, и мы должны выиграть. Так, давайте, огнеметчики, давайте, валите всех просто. Так, у нас уже 2 звезды, и есть, все, отлично, мы выиграли, потому что мы сломали эти 2 ПВО. У нас еще живые огнеметчики, так, есть. Мы забрали довольно неплохо. Мы забрали 200 тысяч. И это очень отлично. Так, у нас очень много токсина. Я даже не знаю, на что его использовать. Улучшать Джилли или Джека. Что лучше, наверное, Джека или Джилли, потому что я не знаю. Так, все. Джек у меня более-менее прокачанный, а вот Джилли я бы не сказал бы. Так, а где она? Вот Джек. Сдохли. 2 часа. Жесть. Не смогу я сейчас улучшить. Так, создаем. Давайте. Ну, сколько он дает? Дает 5. Давайте хоть раз попробуем в следующей серии повоевать толстяками. Так.
19 вот. И еще. Блин, как-то одного. Так, есть. Так, теперь нам надо еще очень много ждать. Так, там мы можем улучшить. О! Давайте. Ого, два лям. И то мы не можем улучшить. Так, а что мы можем улучшить? Так, это мы можем. Так. Давайте. Загрузим. Так, 6 здесь тоже. Офигеть, 6. Так. Ну, я даже не знаю. Все. Мы больше ничего не можем улучшить за токсин. Так, давайте. Так, забор. Так, насколько нам интересно хватит забора. Давайте попробуем. Выбрать ряд. Да не этот ряд. Вот так как-то можно. Нет, ладно. Давайте тогда уберем вот этот. 270, нормально. Есть 30 осталось, это можно еще один выше. Все. А на этом все. С вами был Майн. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И я жду от вас базы. Всем удачи, всем! Let's go!